Всем доброе утро! В этом видео я хотела показать вам, что я делаю со своим лицом ежедневно, каждое утро. Первое, что я делаю, это само собой умывание. У меня сейчас в приоритете вот такая вот умывалка от Холика-Холика. Это умывалка с зеленым чаем. Я обожаю ее просто. До этого я использовала только вот такую вот умывалку от Урьяш. Это успокаивающее, очищающее масло. Очень приятное само по себе, но он у меня уже почти закончился. И я решила обновить и заказала вот такую вот умывалочку от Холика-Холика. Потрясающая умывалка. Нужно совсем немножечко. Наносим на пальчик. И для умывания я чаще всего использую коньяковый спонжик, да, коньяковый, потому что как-то говорили неправильно я называю. Вот, беру на спонжик, наношу его и просто начинаю растирать. Очень мягкий, приятно массирует кожу и хорошо вспенивает средство. Единственное, что очень скользкий, поэтому я одеваю вот на ниточку, чтобы он не выпал из руки. Вот, брови у меня крашеные. Я их покрасила самой-самой обычной простой этой краской для бровей. Панна называется. Кожа моя сейчас в достаточно хорошем состоянии, поэтому добавлю еще немножечко, чуть-чуточку, для того, чтобы больше вспенилось. И буду увлажнять спонж. Очень деликатно, приятно и хорошо. Что мне нравится в этой умывалке, это то, что она прям до скрипа вымывает кожу, вычищает. Глазки тоже обязательно промакиваю. Вот, и теперь просто теплой водичкой все это смываю. Ничего особенного. До этого, если я не хочу, например, мыть голову, я только что использовала сухой шампунь. Сухой шампунь у меня от Batiste. Это самый-самый лучший шампунь, который я использовала, потому что у меня был SIOS, он был у меня и L'Oréal, по-моему. Не нравится мне, как нравится вот этот вот. И еще хотела сказать, что иногда вечером перед сном я использую только вот этот вот, вот это средство, оно невероятно глубоко очищает кожу, капелюшечку нужно, то есть вот, когда смываешь водой, руки прям тормозят, знаете, единственное, что после него нужно, очень питательный крем увлажняющий, ну, хороший такой, достаточно жирненький крем, для того, чтобы кожа напиталась, но так как я всегда зимой наношу именно увлажняющий и больше питательный такой, знаете, жирный крем на ночь, иногда ночную маску использую, вот, поэтому иногда использую вот это вот средство, это Riche, освежающий гель для умывания, шикарная штука, вот. И хотела бы рассказать вам о зубной щетке. Обязательно чищу зубки. Чередую тоже утром чищу
обычная вот эта вот силиконовая зубная щетка. Паста у меня тоже вот Faberlic, поэтому не изменяю. Щетка полностью силиконовая, зубчики здесь силиконовые, они очень удобные, нежные и мягкие. Так, и два раза в неделю я всегда делаю вот эту вот маску, это пенящаяся маска тоже корейской косметики. Оставлю ссылочки все на продукты, которые заказывала. Это из того же сайта, в Instagram страничка, где я заказывала умывалку Холика-Холика. Здесь идет лопаточка, я ее всегда споласкиваю после каждого использования. И маска очень классно очищает кожу. Я использую два раза в неделю, просто потому что, если честно, мне ее жалко. Вот, набираю на лопаточку, видите, распределяется очень деликатно, экономно. И если вы быстренько нанесете ее, она сразу пенится. То есть нужно быстро-быстро-быстро разносить ее, не оставлять толстый слой, потому что она вспенится, видите, она уже светлеет и начинаются пупырки. В общем, очень классная. Легкая, она не жжет, не щипит, она хорошо очищает кожу, она хорошо смывается. Я больше всего люблю ее смывать именно после того, как она полностью вот вспенилась. Смотрите, видите, она уже немножко надувается. Вот, поэтому нужно очень быстро, аккуратно и деликатно наносить ее. Вот. Так, и сейчас пока мне очень понравилось, как сейчас. Я не знаю почему, может гормональный фон меняется, потому что я же не колю уже золодекс, и дай бог скоро выйду из искусственного климакса, возможно гормоны немножко меняются, и кожа тоже меняется, потому что и краска для волос берется именно хорошо, и кожа тоже. То есть краска на бровях держится хорошо. Вот, в принципе, вот так она, смотрите, уже видите, как надувается. Споласкиваем. Так, здесь я сюда на это место очищаю лопаточку. Очень удобная, хорошая, в принципе, экономная, потому что она у меня уже, наверное, месяца два. Я использую ее раз в три дня, там два, максимум три раза в недельку. Сюда кладется и закрывается, то есть удобно, что не надо лазить пальцами в баночку. И хотела рассказать о моем спасителе. Это два кремика, они очень-очень маленькие, но они безумно экономичные. И здесь по 30 мл, но они идут, знаете, такие вот как кокосовое масло, когда холодная температура, они застывают. Вот, это крем с цинком и календулой, и просто крем с календулой. По 30 мл, это натуральные кремы. В состав здесь входит цинк, оксид, органический воск, масло травы огуречной холодного отжима, масло, короче, огуречное масло, потому что здесь на украинском написано, натуральный витамин Е, экстракт от цветов календулы. Вот. До апреля 2021 года. Смотрите на эту бутылочку. Обалденная, с собой взять. Просто потрясающе, очень крутая вещь и безумно экономичная. Вот один раз я подковырнула, что сделала глупость, в принципе, глупость сделала, да. Его просто нужно наносить, вот на пальчик берете, давайте я вам покажу. Я просто подковырнула, и это очень много крема получилось. Смотрите, оно тает от тепла пальчиков, и хватает, ну вот буквально на три зоны, три раза пальчиком провести. Я использую просто с календулой днем крем, то есть после масок, после умывания, вообще после умывания всегда. У меня еще тканевых масок очень много. И крем, это был с цинком. А крем с календулой я использую днем, то есть с утра.
с цинком для подсушивания. Смотрите, какой классный. Тоже густой. Вот, смотрите, видите? Это с цинком, он светленький. А с календулой более такой вот жирненький. То есть цинк подсушивает воспаление. Вот, в принципе, моя красивая и свежая кожа благодаря вот этим вот кремам. Она впитывается моментально, но кожа настолько мягкая, настолько бархатистая, настолько напитанная, что мне очень нравится. Ссылочки я оставлю в описании. Потрясающие кремы. Хватит надолго, и упаковочка тоже удобная для как-то перевозки, да, или транспортировки с собой. Вот, поэтому 100% рекомендую, оставлю внизу сайт, это украинский сайт calendula.ua, и мне очень нравится calendula.com.ua. Вот. Так, органическое масло с семён дерева ши, масло абрикоса холодного отжима, экстракт календулы, масло огуречной травы, витамин Е, эфирное масло ели, елефтюм, я не знаю, как переводится, эфирное масло ладана, эфирное масло лаванды и эфирное масло герачи. Вот такой вот состав, очень мне нравится, поэтому видите, как, смотрите, пузырчатая маска. В Инстаграм всегда в эфирах спрашиваете, как она мне безумно нравится. Знаете, сам процесс именно приятен очень. Вот, она, когда начинает щекотать, я минут 5-7 ее держу, и потом вот, в принципе, она уже больше не раздуется, поэтому я беру ручками и вот так вот массирую. Смотрите, она такая вот, знаете, становится упругая, густая и хорошо массирует кожу, то есть очищает, она как глина кажется. Поэтому мне вот этот процент больше всего нравится, если честно. Очень приятно. Она очень густая становится. Пузырьки лопаются под ручками, и она очищающий эффект дает потрясающий. Вот, вязкая такая, густая и приятная. Вот так вот выглядит все. И достаточно экономичная, то есть там на кончике лопаточки хватает полностью на одну щеку. И просто водичкой все смываем. Я буду смывать это коньяковым спонжиком. Тоже дополнительный массаж будет. Так, смыла я уже масочку. Просто невероятно мягкая, приятная, нежная, бархатистая кожа. Так, будем с вами сейчас наносить крем. Крем с календулой. Потому что с цинком он немножко подсушивает. Беру на пальчик. Просто втираю и немножечко распределяю. Видите, он прям ложится как масилка. Потому что тает запах невероятно вкусный, травками успокаивающий. Единственное, что не могу найти пока самый такой лучший, оптимальный вариант под глазки. Мне почему-то ничего не подходит. Вот, и просто вот такими движениями растираем. Сильно кожу не травмируем. То есть у меня она по-любому будет розовая. Потому что чувствительная кожа. Вот, она сразу такой естественный блеск, напитанный, знаете, как яблочко напитанное. Кожа после маски невероятная. Смотрите, черных точек нет вообще. Понятное дело, что очень чувствительная кожа. И бровки вот покрашены, мне очень нравятся, тоже отросли после химии. Вот, в принципе, весь мой уход закончен. Еще я сейчас нанесу бальзам для губ, потому что губы зимой очень сохнут. И, в принципе, буду готова к дальнейшему
нанесению или макияжа, или просто накрасить реснички. Синячки у меня, видите, впадины у меня под глазками, и я от них никуда не денусь, потому что это структура и форма глаза, лица. Вот, так что однозначно рекомендую вот эти два крема. Супер-супер-супер, люблю-люблю-люблю, и маску вот эту тоже обожаю, как и гель для умывания от Холика-Холика. Абсолютно недорого стоит, но эффект от него потрясающий. Вот, отнесу это все в свой туалетный столик, там, где это все должно стоять. Вам хорошего времяпрепровождения и хорошего настроения. Спасибо огромное за внимание и пока-пока!